43-летняя Дана Борисова снова переживает непростые времена в отношениях с 12-летней дочерью Полиной. Звездная блондинка сама рассказала об этом. Телеведущая призналась, что готовится к поездке на остров Самуи, являющийся частью тайландской провинции Суратани. Блондинка уже приобрела для этого шорты Луис Вуитон. Сначала звезда похвасталась обновкой, а потом поделилась своими проблемами. Борисова сбивчиво сообщила о событиях минувшей ночи. Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь приезжала. И, конечно же, папа Полины во главе. Правда, я его попросила покинуть помещение. Сказала: «Мужчина, я знать вас не знаю, ведать не ведаю, поэтому покиньте помещение», сообщила Дана в Instagram Stories. В итоге Полина ночует у отца. Звездная мама уверена, что у нее начался очередной подростковый кризис. Борисова недоумевает, почему двое взрослых людей не могут спокойно договориться обо всем. Она пожаловалась, что отец Полины, Максим Аксенов, успел ее оскорбить. Мужчина назвал экс-супругу наркоманкой с залитыми глазами. Недавно Дане Борисовой удалось заметно похудеть. Она показала бьюти-преображение после подтяжки лица. Звезда призналась, что флиртовала с офицерами, чтобы стать телеведущей.